вечер, уважаемые телезрители. В эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Поводом для даты послужило очень гуманное событие. В 1832 году молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы с кровотечением. Жизнь женщины была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. О буднях Рязанской областной станции переливания крови сегодня говорим с Маргаритой Матушкиной. Впервые за последние 15-20 лет станция переливания крови выполнила свои задания по заготовке и переработке донорской крови и на 100% обеспечила все лечебные учреждения города и области необходимыми компонентами крови. В истекшем 2014 году силами станции переливания крови заготовлено консервированной донорской крови на 13% больше, чем в 2013 году. Вся заготовленная кровь, это 99,5%, была переработана на компоненты. Методом аппаратного плазмафереза заготовлено на 25% больше свежезамороженной крови, чем в 2013 году, и на 14% больше заготовлено концентрата тромбоцитов. А это говорит о том, что люди стали сознательнее? Благодаря, наверное, правда, сознательности и проводимым акциям, потому что в последнее время все-таки у нас на станции постоянное количество доноров — это почти 30, 40, 50 человек, которых вообще не было 80-е, 90-е годы. Самая редкая группа крови какая? Самая редкая – это четвертая отрицательная. Она встречается и среди здоровых людей очень мало, ну и больных у нас таких все-таки мало, потому что вообще в популяции людей это очень редкая группа крови. Очень хорошо, что вы начали тесно сотрудничать с серьезными службами управления, в том плане, что они дружными рядами идут к вам, сдают кровь. Это и сотрудники ГИБДД, это и люди других важных профессий. Расскажите, как проходит сдача крови в такие дни? Проводимые такие всероссийские и региональные акции очень нам помогают повышать престиж донорства, популяризировать это безвозмездное донорство крови. Например, в последнее время у нас очень хорошо налажена работа с бизнес-компаниями, такими как Вымбелком, Уралсиб, Ситибанк. Они проводят с удовольствием свои дни донора. Давайте напомним телезрителям, что делать, если желание помочь другому огромное, а вот показатели не очень. На что обращать внимание? Сначала надо прийти провериться на станцию переливания крови, потому что прежде чем сдать, донор всесторонне обследуется. То есть это проводятся и анализы, и если необходимо, и мы требуем справки принести какие-то. И врач-трансфузиолог уже решает, полезно ли этому человеку сдавать кровь или нельзя сдавать кровь. Какие тенденции среди молодежи существуют? Вот как раз в последнее время радует тот факт, что все-таки очень много стало молодежи участвовать в этих акциях. Тем более вот у нас как раз в марте месяце мы проводили День донорского совершеннолетия. Это тоже в рамках программы, государственной программы развития вот массового донорства крови. И как ни странно, доноров пришло очень много. Мы за это время, вот за эту акцию, заготовили более 300 доз крови. И, конечно, вот из этих доз мы пополнили, освежили наши запасы крови, чтобы кому-то еще дальше это понадобилось. Все отпускаются препараты крови, а потом они освежаются. Поэтому это все время пополнение вот этих запасов. Тем более, что в день донорского совершеннолетия мы такие устраивали праздники во всех высших учебных заведениях вот города. Значит, всем донорам, достигшим 18 лет, мы вручали почетные грамоты в честь того, что они в первый раз такой взрослый поступок сделали, что сдали кровь. Вот. А также вручали небольшие такие памятные подарки, сувенирчики. А льготы для постоянных участников наверняка есть? Да, федеральным законом о донорстве крови и компонентов предусмотрены льготы для всех доноров, для всех безвозмездных и платных доноров. В день сдачи крови они обеспечиваются бесплатным питанием, которое в настоящее время можно заменить денежной компенсацией. Сумма эта небольшая, всего 283 рубля. Вот. И, конечно, после сдачи крови донор получает справку на 2 дня отдыха. Это день сдачи крови и дополнительный день, который они могут использовать в течение
года. А почетные доноры России, вот для них, конечно, правительством Российской Федерации предусмотрены более такие меры социальной поддержки ощутимые. Это предоставление ежегодно оплачиваемого отпуска в удобное для время года для донора в соответствии с законодательством Российской Федерации, внеочередное лечение, оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и ежегодная денежная компенсация в размере 12 тысяч рублей. Все-таки это сумма такая хорошая. Хорошая. Она индексируется раз в год и перечисляется на специальные открытые счета почетных доноров. А сколько таких людей и как часто они должны у вас появляться? Всего в Рязанской области очень мало почетных доноров. В других регионах десятки тысяч, там и много. А у нас всего в Рязани их 3500 таких людей почетных. Из них где-то, наверное, 600 человек – это почетные доноры еще России. Они тоже имеют все те же льготы. И остальные почетные доноры России. Некоторые, конечно, продолжают сдавать до сих пор, приходят, хотя уже давно заслужили почетные вот звание донора. Но некоторые уже, достигнув, что уже получили, уже не приходят для сдачи крови. Но, в принципе, так-то они в основном, это все альтруисты. Они как продолжали сдавать кровь, так и все-таки приходят и сдают кровь. Наверняка есть люди, у которых кто-то плохо себя чувствует или, не дай бог, погиб в автокатастрофе. Я знаю, когда мы приезжаем к вам, начинаем общаться с людьми, причины прийти у всех разные. Да, когда мы тоже иногда спрашиваем, все-таки иногда проводим такие опросы, причины у всех разные. Но в последнее время мы как-то вот доноров родственников, друзей больных стараемся как-то особо-то не привлекать, потому что у нас, я говорю, что есть донорский контингент, который постоянно приходит, который постоянно сдает, они обследованы уже, то есть у них со здоровьем все в порядке, а родственники, друзья, они в плане, чтобы помочь, они иногда скрывают заболевания свои, поэтому мы как-то особо и не привлекаем в последнее время доноров, вот родственников, друзей и прочее. Пути решения самых актуальных проблем и дальнейшее развитие? Прошло уже 90 лет, как в России стали переливать донорскую кровь в лечебных целях. И это принесло, конечно, тогда очень большие результаты, успехи в плане лечения очень тяжелых заболеваний, в том числе массивные кровопотери. Тогда раньше от массивных кровопотерь практически 100% людей умирало. Дальнейшее вот развитие науки, и науки в частности здравоохранения, они повышают потребности медицинских организаций, больших клиник, центров в потребностях донорской крови. Они не уменьшаются, а наоборот возрастают. Поэтому эта проблема остается актуальной в настоящее время. Но пути решения проблем, вот это до сих пор продолжается реализация государственной программы развития службы крови. Конечно, вот очень важно развивать донорство на всех уровнях. Вот, и вы очень средства массовой информации помогаете в этом плане. В плане информатизации населения, что здоровый человек должен быть донором. Что это единственный путь спасения как больных людей, так и самого себя. Если ему понадобится когда-нибудь донорская кровь и компоненты, то когда доноров много, это всегда она найдется, всегда она будет в наличии. Дальше у нас сейчас идет интеграция всей службы крови в единую информационную базу данных. Это база данных донора и база лиц, отведенных от донорства. Для чего это сделано? Для того, чтобы уже на стадии обращения на кроводачу мы отсекли тех людей, которые имеют противопоказания, независимо от того, где они прописаны, где они проживают. Дальше с укрупнение перерабатывающих звеньев службы крови. Это вот в 2013 году мы сократили маломощные отделения переливания крови, которые совершенно не выполняли свои функции. Вот. И преобразовали их в кабинеты трансфузионной терапии. То есть они уже берут готовую продукцию у нас и переливают у себя нуждающимся больным. Внедрение современных технологий обеспечения безопасности
10 компонентов крови. Это карантинизация свежезамороженной плазмы, которая уже внедрена в Рязанской области. Это фильтрация всех компонентов, то есть освобождение от всяких ненужных веществ. Вот. И вирусная инактивация тоже освоена уже нами. И в дальнейшем, конечно, внедрение банка эритроцитов. Это более такой сложный этап. Это, наверное, и оборудование там современное еще больше нужно. И более такое, и подготовка специалистов. Сегодня Национальный день крови, и вы пришли к нашу студию не с пустыми руками. Что за подарок? Дело в том, что вот в этих рамках программы мы получаем такие иногда памятные сувениры, типа брелочков, кружечек. Вы можете показать, пожалуйста. Кружечков из пандеров вот, с логотипом службы крови. Вот, как раз мы дарили в день донорского совершеннолетия людям, которые вот 18 лет пришли, сдали кровь. Поэтому, чтобы они помнили, что все-таки молодые люди, если уже раз в жизни сдали, они для нас уже не потеряны. Они обязательно еще когда-нибудь придут. Поэтому мы так ратуем для того, это, к тому, чтобы все-таки молодые люди приходили и сдавали кровь. Спасибо вам за эту встречу. С праздником вас и ваших коллег. А это была программа «Подробности». Будьте отзывчивее. До встречи.